Популярность – это несколько факторов. Это несколько китов, на которых находится группа. В первую очередь, это командная работа. Это те люди, которые работают вместе с тобой над созданием образа, над созданием концерта, над созданием музыки, над организацией, над победами, над тем, чтобы все, что вы делаете, было максимально красиво и качественно. Кроме, собственно, музыкальных вопросов, связанных именно с игрой на сцене и репетициями, у каждого из участников группы «Другие миры» обязательно есть функции. Это функции, связанные с экономической, такой финансовой частью группы. Это функции, связанные со сбором людей на концерты и на фестивали. Это функции, связанные с подготовкой грима, внешнего вида. Функции, связанные с тем, как мы ведем соцсеть. И это все командная работа, с которой бы один человек, конечно, бы не справился. Это работает коллектив. Открою секрет. Мы группа, которая на данный момент времени не зарабатывает деньги на своем творчестве. Почему? Потому что очень много средств уходит на создание музыки, запись альбомов, раскрутку альбомов, запись клипов, участие в отборах, в фестивалях, создание образов концертов. У нас концерты — это, по сути, целые представления, которые имеют больше отношения к спектаклям, даже, чем к обычным концертам, песня за песней. Это все стоит денег, это все стоит средств. И то удовольствие, которое мы получаем на сцене от того, что мы создали и сделали, это гораздо больше, чем деньги на данном этапе. Популярность приходит тогда, когда ты создаешь то, что нужно людям и что им интересно. Об этом задумываться вообще не нужно, это придет само собой. Творчество здесь, пожалуй, да. То есть творчество и удовольствие от того, что ты делаешь, вот этот кайф. Нет, я хочу сделать вот тут еще круче. Тут вот я вот сделаю вот такую сбойку. Здесь я сделаю вот такой вот эффект. Здесь такой-то плейбэк ставлю между песнями. А на концерте я реализую такой-то, допустим, флешмоб. Вот это удовольствие. Вот это творчество. И если ты делаешь эту чашу весов, как ты показал, и сделаешь ставку на нее, то эта чаша весов рано или поздно все равно приведет тебя к этому успеху. Не нужно ставить на нее.